Ни для кого не секрет, что спокойная обстановка в районе, его уверенное развитие во многом зависят от качества работы правоохранителей, которые стоят на страже защиты законных прав славянцев. На очередной 56-й сессии Совета Славянского района были озвучены итоги работы полиции за прошедший год. Депутаты заслушали отчет начальника отдела МВД России по Славянскому району полковника полиции Юрия Скорнякова, который подробно рассказал о том, чего добилась полиция в 2019 году. Основной показатель работы – это общественное мнение, которое свидетельствует, что славянцы довольны работой правоохранителей. Открытость их работы очень важна, потому что это позволяет устранять недочеты. Предложения и критические замечания депутатов районного совета помогают полиции вносить в свою работу своевременные коррективы. Основным показателем результативности нашей работы остается общественное мнение, которое свидетельствует о том, что жители района удовлетворены работой полиции. Население в случае необходимости защиты своих законных прав готово искать поддержку в органах внутренних дел, о чем свидетельствует рост заявлений и сообщений граждан, которые в 2019 году было зарегистрировано 20 002 факта, плюс 152 в целом. Принятые сотрудниками славянской полиции меры способствовали сохранению контроля над оперативной обстановкой в районе. Самое главное, чего удалось добиться, снизить количество посягательств на жизнь и здоровье граждан. Очень значительно сократилось число умышленных убийств с покушением, умышленного причинения вреда здоровью, угроз убийством, грабежей, краж автомобилей. В приоритете тщательное расследование уголовных дел и раскрытие совершенных преступлений. В прошедшем году раскрыто и расследовано 646 зарегистрированных преступлений, в их числе 117 относительно категории тяжких и особо тяжких. Были также установлены виновные в совершении 24 преступлений прошлых лет. Большое внимание уделяется профилактике преступлений, а особенно предупреждению мошенничеств с использованием мобильной связи и интернета. Завершая свое выступление, доложу, что по итогам 2019 года деятельность отдела МВД по Славянскому в соответствии с ведомственной системой оценки была признана положительной. Отдел занял 16 место из 44 возможных в рейтинге среди территориальных органов внутренних дел Краснодарского края. После завершения отчета депутаты районного совета задали Юрию Скорнякову ряд вопросов, на которые получили подробные ответы. По итогам 2019 года деятельность отдела МВД России по Славянскому району в соответствии с ведомственной системой оценки была признана положительной. Депутаты отметили, что принятые сотрудниками славянской полиции меры способствовали сохранению контроля над оперативной обстановкой в районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».